Мы на месте. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Он как в скафандре в каком-то находится, там где-то из глубины он кивает. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас Александра. Отключи этот скафандр, в котором он находится, до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора, подключки. Выведи это все из биополя. И как все это выйдет, вместе с сопутствующими энергиями, силы моего намерения отправляют это в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Выходит оболочка с него. Этот скафандр, он наполнен его энергиями, подключен к голове. Отключает сканер полностью все. Готово. Отправляет это все в клетку-тюрьму. Так лучше, Александр? Сейчас он слышит меня? Да, ему намного лучше, но он как без энергии. Раздет, как он говорит. Хорошо, давай сделаем тогда до сканирования. Сканер, просканируй полноту души у Александра. 57%. И просканируй, Вера, сколько у нее сейчас энергии, какая частота вибрации. 47% энергии. Да. 12 вибраций. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Александра, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканирует все 7 тонких тел Александра, находит все. Демон обошел сразу 16-герцовый. Демон 16. Лизард. Хорошо. Дракон. Дракон. Красный. Ящер и гуманоид. Вот. Ящер. Гуманоид. Еще кто-нибудь есть? Нет, все. Тогда начнем сейчас с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать, пожалеет об этом. Я даю команду тонкой копии Александра спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивай канал к этому скафандру, оболочке. Даю команду тонкой копии Александра произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо. Гуманоид, откуда ты? Сервиса. Кто ты? Он перемещает сознание в ящера. Вернее, в тонкую копию и потом на служение к ящеру. Он говорит, что он профессор в этой деятельности. Серьезно? Я думаю, сегодня карьера профессора закончится на этом месте, в этой комнате. В моих руках появляется шар живой плазмы. 1, 2, 3. Хорошо, ящер с гуманоидом. У меня к вам очень много сегодня вопросов. Этот шар будет разделен на две равные части. Если Александр скажет вам отдать живую плазму, каждый из вас ее получит. После этого я выкину на вашу чистоту. Все понятно, профессор? Но это неправильно. А то, что ты... действия. А то, что ты делаешь, это правильно, гуманоид? Кто тебе разрешал воровать душу у человека? Кто тебе разрешал отщеплять ее и продавать кому-то? Вот это будет верно. А он сам разрешал. У тебя есть контракт с ним? Есть его согласие. Я спрашиваю еще раз. Есть контракт, заключенный между тобой и Александром, на то, что он предоставляет вам свою душу? Конечно, есть. Убирая шар, входит в меня. Будем разбираться. Сколько ты находишься в этом биополе? Относительно недолго. 7 лет. Сколько стоит эта конструкция? 5 лет плотно забирает частицы, наполняя конструкцию и перекачивая знания. Где 43% души сейчас, Александра? Часть конструкции уплотняет. А еще где часть? На службе и ящера. Перехожу к ящеру. Итак, ящер, сколько ты находишься в этом биополе? Как у нас с реверсом, Вера, посмотри, пожалуйста. Закончился. Я сейчас вернусь к ящеру. Итак, я даю команду. Устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Александр забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Их энергия возвращает все свое себе обратно. Итак, ящер, я слушаю тебя. Ты, значит, заказчик этого преступления, да? Первая копия меня вполне устраивает. Хотелось бы еще одного такого. А расскажи мне за первую копию. Помощника. Что она у тебя делает и где она сейчас?
находится? Исполняет мои приказы. Какие приказы у тебя? Разные. Ящер, я три раза задаю вопрос, два раза ты уже ответил неправильно. Третий раз я делаю дырку в тебе лазером. Любые приказы от того, что принеси что-то и до защиты моей персональной личности. Хорошо, он ощущает на земле, что его часть души исполняет эти приказы унизительные. Не понял вопрос. Его душа, его сознание, этот Александр, который сейчас находится перед твоей клеткой, он ощущает то, что часть его души находится на рабских работах. Как он это ощущает? Здесь немножко есть восполнение с нашей стороны, что ты... он не метался в поисках души. Мы загрузили его ложной информацией и вопросами в его голову. Пока он их решает, мы откачиваем его частицы. Души и биочастицы. Сколько ты находишься в этом биополе? Первая копия была создана 3,5 года назад. Столько и нахожусь. И я связан этой копией с ним. Не нахожусь внутри него. Понятно. Хорошо. Так, как у нас с реверсом посмотреть, что вернулось из этой конструкции оболочки? Скафандр оболочки, вернее. Энергии вернулись. Хорошо, сканер, просканируй полноту души Александра на настоящий момент. Пошел скан. 89. 89%, 11% там еще находится. Красный дракон, считай цифры над головой. 27,81. Сколько ты находишься в этом биополе? Цель твоего пребывания? 2 года нахожусь. Цель пребывания – изучение. Все так сложилось, что много чего можно изучать не только человеческие ритмы жизни, но и то, как другие цивилизации влияют и истощают. Очень интересная история. Хорошо. Сколько Лизард находится в этом биополе? 2 года. И 16-герцовый демон. Чем объяснить присутствие 16-герцового демона в этом биополе? Ой, у меня все по закону. Ну так объясни, я тебя слушаю. Он сам ко мне спустился. В поисках силы. Демон, давай немножко разговорчивее. Как договорились. Как он интересует, спрашивает. Как он к тебе спустился? Как он, у тебя контракт с ним заключен? Заключен. У тебя хорошо. Значит, у него есть контракт с демоном, и у него есть контракт с гуманоидом, по его собственным словам. Я правильно понимаю? Правильно. Ты понимаешь, что мы сегодня будем все это расторгать, все эти контракты по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями. Я могу тебе собрать лярвы в его биополе, если тебя они интересуют на определенном этапе. Мне нужны будут ответы на эти вопросы. Ты мне объяснишь, как он дошел до этого момента, что он к тебе сам спустился. С твоей точки зрения. А я сейчас задаю вопрос Александру. Александр. Вы не могли бы пояснить эту ситуацию с демоном? Куда вы спускались? О чем вы просили? Какие контракты вы заключали? Он не знает. Он здесь для этого, чтобы выяснить. Хорошо. Силу он искал, знания искал. Одержимый был. Контракт с демоном не помнит. Демон смеется. Ну, мы все равно все увидим и узнаем. Хорошо, гуманоид. Что находится на твоей частоте вместе с ящером еще в биополе, Александра? Вывели все, ничего не находится. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Ничего не забывая, возвращайся назад и докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, специально или не специально, он просто по каналу сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Красный дракон достал плату. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где оно было? В сердечной чакре? Нет, ниже. Ниже? Живот? Да. Сердечный красный дракон был. Сердечный. А, точно, красный дракон там сидел. Ну, 5 сущностей. Лизард готов. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Есть лярвы в его биополе, демон? У него туман в голове, темный вокруг. Он еще не лярва, но укрепляется. Откуда он идет, этот туман? От кучи вопросов, которые его загружают. Ящер и демон, там идет перегруз полнейший. Понятно, он ведет постоянную дискуссию,
которая ведет в пустоту. Хорошо. Ты хочешь эту темную энергию получить, это затемнение? Сними сначала то, что... Я хочу его душу получить, как мы договаривались по контракту. Ну, я не знаю, о чем ты с ним договаривался. Сейчас ты здесь, и он имеет право этот контракт аннулировать. И ты знаешь об этом. Это его волеизъявление. Хорошо, темноту заберу. Хорошо. Где ты что установил в его биополе? Руки, ноги дергал, как куклу. Ну, он таки на фотографии выглядит, как будто им кто-то управляет, я посмотрел. Хорошо, сними все, доложи мне на месте, что ты все убрал. Я дам тебе команду на это затемнение. Только в голове или еще где-то в ногах есть? В ногах я и так заберу. Хорошо. Он вытягивает с него нить из рук. А когда ты планировал его забрать с собой, демон? По вашим условиям контракта. Какой там, кстати, контракт был? Не расскажешь? Я же сказал. Искал он силы. Как можно искать силы, спускаться в твой мир? Мне вот это интересно. А что ты думаешь, у нас нет силы и знаний? Я не говорю, что у вас нету силы и знаний. Я просто сам себя спрашиваю, как можно вот в поиске сверх чего-то перейти. А эмоции на что? А, ну подергал да. За веревочки, привел к нужному. Ну тогда все объяснимо, конечно, хорошо. Ответу. Я полагаю, там и эмоциональный фантом насыщенный, да? Насыщенный, накопилось много. Хочешь получить тоже? Давай. Придет время, я дам отдельную команду. А сейчас ты все снял свое? Все. Разрешайте забрать это затемнение в голове. Забирай, возвращайся назад. Готово. Так, у нас сейчас остался отключка каналов, но они не отлетят, потому что есть контракты. Но пока контракты есть, мы должны вернуть перед этой процедурой 11%, которые нам не хватает для души Александра. Александр, вы хотите вернуть свою душу? 11%, которые у вас украли. Конечно, хочу, я переполнил чужими знаниями, а себя изнутри не знаю. Хорошо, сформируйте это намерение. И сейчас я даю команду на счет 3. Александр выстраивает прямой канал к своей душе, где она находится за его пределами. 1, 2, 3. И забирает по этому каналу в чистоте. Мощнейшим потоком пошло назад. Он не сможет забрать у него контракт. Он выставляет канал, но к нему ничего не идет. Из-за контракта. Хорошо. Тогда мы сделаем сразу следующее. У нас Лизард стоит. Лизард мне больше не нужен. Лизард, я тебя сейчас отпускаю. Красный дракон, у тебя есть контракт с ним тоже? Нет. Хорошо. Красный дракон и Лизард. Вы здесь меньше всего сейчас нанесли ущерба, поэтому я вас отпускаю. Первое предупреждение, больше не приходите. Красный дракон, хочу получить от тебя слово красного дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово красного дракона. Принимаю. Открывается наверху два портала. Один на чистоте красного дракона, один на чистоте Лизарда. Красный дракон уходит в свой портал, забирает все, что принес. Лизард уходит в свой портал, забирает все, что принес. Закрывай, печатай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Переходим сейчас сразу к аннулированию контрактов и договоров. Александр, вы заключили контракты не только с демоном, вы еще заключили контракт с гуманоидом. Вы хотите все эти контракты сейчас аннулировать? Да, хочу. Повторяйте за мной. Да, также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышли у него договора. Активные. Два? Два. Или... Один открыт, как книга, другой закрыт с демоном, который... Хорошо. Прочитай, Александр, прочитайте, что там написано в контракте, который у вас открытый. Он получает знания и силу. Мелким шрифтом, что он отдает. И что он отдает? Увеличиваем шрифт? Но здесь пишет внутренний источник. Хорошо. Хорошая попытка, размытая формулировка. И второй контракт у нас с демоном. Почему он закрыт, демон? Он его на ключ закрыл. А где ключ находится? Демона. Хорошо. Чтоб не передумал, потому что пришли космические и начали забирать душу. Ага. А душа уже демону обещана. Они же пришли после тебя. Кстати, а сколько ты сидел в его биополе, я не спросил? 12 лет сидел.
12 лет. Ну, конечно, ты был до этого, понятно, это меры предосторожности. Ладно, я уже узнал от тебя, что стоит в контракте. Ты договорился, что ты его душу заберешь в обмен на силу, ты сказал, сверхспособности или что там, защиту? Да. Хорошо, давай не будем терять времени. Александр, повторяйте за мной. Внутренней властью моего суверенного я пошел возврат энергии, если таковая есть. Что там? Возвращается энергия. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, и эти контракты аннулированы, вместе с фантомами контрактов уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Александр на счет 3 выстраивает каналы к своим частичкам души, к своему биоматериалу, который находится вне его тонких тел. 1, 2, 3. И реверсом забирает по праву, возвращается до 100% назад. Пошел мощный поток. Поток идет, он возвращается, и на том конце копия становится пустой. Угу. Ящеру не нужно будет уже персонал, он будет в другом месте. Оболочка падает, просто пустая. Готово. Сканер просканирует полноту души Александра на настоящий момент. 100. Отлично, хорошо. Демон, я тебе еще обещал эмоциональный фантом. Я сейчас буду перечислять частоты. Назовешь мне 2-3 частоты, которые основные, из чего все вытекает. Выходит эмоциональный фантом Александра, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низковибрационные эмоциональные энергии. Сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом густой вышел, большой. Александр, эти все энергии вы сами произвели. Здесь вам уже никто не мешал. Посмотрите, сколько их. Вы готовы с ними расстаться? Готов. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? Давай, забираю. Отправляю демону. Ира, объясни мне, что там такое. Вина. Вина. Что там еще рядом было? Смущение, одиночество, стыд, шок. Стыд, смущение, вина. Стыд, вина и смущение. Хорошо, меня это устраивает. Хорошо, демон. Мы попали оба в эту ситуацию, мы решили, как мы могли, в дружеском туне. Мне больше тебе предложить на настоящем моменте нечего. Контракт аннулирован, ты готов уходить? Подожди, стоп, я еще каналы не отстегнул. Подхожу к Александру, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетает каналы, отсекается. Все готово. Отлетело. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, демон, уходишь? Да. Открывая внизу воронку против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Я заранее говорю, если еще раз придет, я не откажу. Вполне понятная информация, Александр. Мы передали вам эту информацию. Вы знаете, теперь есть границы. Хотите этого повторения? Тут уже никто не поможет. Хорошо, демон. Закрывая, печатая, растворяя, ставь огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Ну, ящер, гуманоид. Как вы думаете, что сейчас будет? Они не хотят плазму. Хорошо. Предлагаю вам альтернативный вариант. Межгалактическая полиция. Если вам есть что предложить ей, конечно. Согласна. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Я приветствую тебя. У меня здесь ящер и гуманоид Сириуса. Находились с оболочкой конструкции, контрактом. Когда мы его взяли, было 57% души. Все вернули. И из копии той вернули, которая уже работала у ящера. Гуманоид все это осуществлял. Ящер – заказчик. Они попросили сами в межгалактическую полицию. Говорят, у них есть что-то тебе предложить. Отлично. Забираем обоих. Благодарю тебя. Оболочка тебе не нужна? Нет, уничтожайте. Открывая под скафандром и оболочкой воронку в галактическое ядро, и все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Забрали их? Да. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое есть или было, оно проявляется? Ну, у него космическая магия была. Ящер. Фантом вышел, ящер. Больше ничего нет, да? Нет. Открывая воронку в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Александр, мы закончили вашу чистку.
Как вы себя чувствуете после освобождения? У меня нет слов, сколько грязи я принимал за собственные мысли. А сейчас чувствую наполненным. Вижу энергии внутри. Понять пока не могу, но очень много информации уже открыто. Отлично. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И...